назвалась Татьяной. Молодая мама из города Иваново с 7-месячным стажем. Упитанная дама, любящая путешествовать и ходить в гости. Еще в прошлом году Татьяна помогала бизнесу быть эффективнее, а также организовывала праздники и дарила окружающим рукотворные подарки. А в этом еще и обрела помощницу в виде дочки Поли. Вместе они рукоделят, занимаются йогой, играют в пинг-понг, путешествуют по малой родине и создают для себя наряды для финала слинга «Мама России». Поаплодируйте тем, кто хочет так же выглядеть в меру. Юндина Марика из города Тверь. Братья с Юрием воспитывают троих сыновей: Тимофея, Мирона и 6-месячного Егора. В детстве Марика мечтала стать учителем младших классов, и после рождения старших детей реализовала эту мечту в обучающих мастер-классах для детей дошкольного возраста. По образованию инженер-конструктор, окончила Тверской государственный университет. По призванию мама. Каждый ребенок пришел в семью со своим даром. Каждая Марика росла в своих умениях. Со старшим Тимофеем она научилась шить игрушки. Со средним Мироном вязать лабиринты коконы. Младший Егор своим приходом в семью вдохновил всех жить без сахара. А мама открыла себе талант придумывать рецепты полезных сладостей. Участие в конкурсе расширяет границы возможностей. Это интересный опыт для всей семьи. Аплодисменты! Яшенкова Ирина с Иваном из Калининграда. Ирина, мама в Кубе, растит, учит и воспитывает троих сыновей. В школе оценила производимый эффект от объяснения разницы между транзистором и резистором, поэтому вуз поступила в физмат на физику. В 2012 году увидела Балтику и влюбилась до потери сопротивления Балтийского моря. Вывела для себя формулу: сила привязанности равна мама, малыш и слин. Хочет, чтобы родители чаще смотрели с детьми на небо и не боялись вопроса, почему оно синее. Встречайте, два в одном, Синоченко Матвей и его мама, Елена из Республики Карелия. Елена экономист по образованию и по профессии. Елена любит точность и планированность. Однако с рождением сына Матвея поняла, что планирование – ничто по сравнению с нежеланием ребенка засыпать в положенное время. Остается только с ним вместе петь и танцевать. А это Лена умеет. Латиноамериканские танцы, литти-хоп и аргентинская танго, которая познакомила ее с любимым мужем. А также Елена играет на фортепиано, любит вязать крючком и шить милые вещицы для своего сына. Слинг стал ее важным союзником в увлекательном мире материнства.